Ведь я предупреждал тебя, что со мной лучше не спорить. Но похоже, что ты не понимаешь нормального человеческого твиттера. Отличная работа. Я всегда говорил, что санкции и бейсбольная бита гораздо убедительнее, чем просто санкции. Вот так будет, когда придут русские. Еще вот так. Вы этого хотите? Нет, нет. Нет. Вот это фантастическая сфера моих интересов. И делить ее я ни с кем не буду. Но позвольте. Не позволю. И если кто-то кроме нас будет нарушать сухой закон, от того мокрого места не останется. Теперь вы будете отдавать мне по 2%. А что мы будем с этого иметь? Иметь будете не вы, а я. И не что, а кого. Запиши это в Твиттер, у меня руки заняты. Эй, ты! Зачем ты плачешь деньги этим бандитам-европейцам? Чтобы они разрешили уйти. Тогда заплати мне, и можешь уходить бесплатно. А ты? Ты плачешь русским за отопление. Да. Но это отопление грозит охлаждением между нами. Так что же мне делать? Холодно. Российский газ – это опиум для немецкого народа. Хочешь согреться – покупай наше пойло. У нас однозначно лучше, потому как жижина по понятиям. Эй, мальчик, иди сюда. Тебя это тоже касается. Мы знаем, что тебя обобрали эти жуткие русские мафиозо. Можешь ничего нам не платить. Пока. Это хорошая сделка. Хочешь, приезжай к нам. Может, я с Меланией тебя вообще усыновлю. Спасибо. Я думаю, вы запомнили, кто тут крыша, а кто погулять вышел. Запиши это в Твиттер. У меня руки заняты. Срань господня! Надо валить из этого бардака! Тереза! Вы же леди! Это я, Володя! Рыжий приезжал! Хочет у тебя все отобрать! Нет! Где деньги, он не знает! Я тебя не сдала! Тебе надо залечь на дно! Желательно вместе с трубой! Ангела! Где вы? Все! Не могу говорить! Меня пасут! Ставьте ваши лайки! Подписывайтесь на заповедник! А если кто не подпишется, на того мы наложим санкции и пошлины! На чёрлих!